приветствую! Меня зовут Анастасия, мы находимся в студии «Океан». Сегодня у нас на обзоре гитара петербургского мастера Андрея Бабичева. Создана гитара в феврале 2022 года. Андрей – потомственный гитарный мастер и является неоднократным победителем конкурсов гитарных мастеров. Андрей изготавливает гитары с 1989 года. На гитарах Андрея играют музыканты из всех регионов России, а также в европейских странах, в Азии, США и Канаде. Для своих инструментов Андрей выбирает материалы высшего качества. Верхняя дека, массив русской северной ели. Обечайки и нижняя дека, массив выдержанного амазонского палисандра 1963 года. Гриф выполнен из дерева кая. Накладка на гриф – африканское черное дерево эбен. Лак – французская полировка. По звуку инструмент получился ярким и прозрачным. Гитара имеет хороший динамический запас, она отзывчива и имеет светлый и ясный тембр. По голосам гитара уравновешена, каждый голос четкий и внятный. При игре в подвижных темпах каждый голос читается. Басы получились объемными и густыми, верха звонкими и выразительными. Укомплектована гитара струнами Саварес, имеется армрест, сделанный из палисандра с кленовой вставкой. Еще имеется катвей. Чтобы получить полное впечатление от инструмента, приходите знакомиться с ним вживую.